Всем привет, ребятки! Очередной мегакоп. Время 8 утра. Приехал покопаться по одной старой дорожке. Дорожка здесь существует с 39 года. Может быть, даже чуть-чуть раньше. Вот такие вот дела. И хочу проверить, есть на ней потеряшки какие-то с тех времен или нет. Вот так вот она выглядит. Туда уходит, сюда уходит. Я стою на перекрестке. И вот туда. Там дальше железная дорога. Был переезд. Люди переправлялись, но туда вряд ли я смогу подойти, потому что там частная земля, приват, собаки. Поэтому придется ходить как-то где-то здесь. Ограничиться только этой местностью. Вот впереди тоже там есть поле за дорогой. Дорога кончается, выходит на поле из леса. И за полем там уже хуторок и лает злая собака. Поэтому надо вести себя тихо. Итак, приступаем. Так. Есть сигнальчик. Десять, девять, одиннадцать. Попробуем копануть. Первая находка — гильзач от винтовки Мосина. Вторая находка — пулька. По-видимому, этого добра здесь будет много. Вот, ребятки, зацепил сигнальчик 24. Посмотрим, что тут такое интересное. Какая-то консервная банка. Вот находочка, есть колечко. Не знаю, что это за колечко. Серебряное или какое, но какое-то есть. Пригодится. Потом посмотрим. Еще что-то есть. Очередная находка. Нашел какую-то пломбу. Свинец. Единственное, что могу прочитать, номер 4. А что это за фигнюшка такая? Ну, похоже на пломбу. Неизвестно, правда, от чего она здесь. Ах. Ну вот. Очередная ямка. Очередная находка. Очередная гильза. Я уже их задолбался сегодня копать. Первый монитосик на лесной дорожке. Поздние советы
15 копеек 61 года. Но убиты напрочь. Герб еще более-менее. А остальное все стерто.